занимается производством женской одежды больших размеров более 40 лет. Свою продукцию мы продаем в своих 4 магазинах, 2 из которых находятся в Лауле, 1 в Османбее и 1 онлайн-магазин. Кому где удобно, там и делайте свои заказы. Всем добрый день. Здравствуйте, уважаемые наши клиенты. Добро пожаловать в прямой эфир. Прямой эфир мы ведем во многих социальных сетях. Это 2 странички у нас в Инстаграме. Darkman Fashion, Darkman Fashion. Также в Ютубе, ВКонтакте, в Однокласснике, ТикТок и Фейсбук. Прямой эфир мы ведем сегодня в субботу до вечера. И постараемся показать поступление товаров в течение дня. Поехали. Наша первая модель Марина. Рост 1,60 м. Объем груди 104, талия 88, бедра 117. Всем доброго дня. Костюм идет из льна, брюки широкие, на резинке, снизу на боку пуговицы, верхушка туника разнодлинная, воротник рубашечный, рукав идет спущенный, сзади нахал. Супер баталы, 2 штучки в серии. У модели есть расцветки, и следующий расцветку нам продемонстрирует Елена. Рост 1,76 м, объем груди 95, талия 72, бедра 104. Это у нас вторая расцветка, первая горчичная была. Это у нас вот такой вот коралловый цвет. Изделия из штапеля или трикотажа на светлых расцветках у нас не просвечиваются. Наша следующая модель Джерена. Рост 1,70 м, объем груди 113, талия 93, бедра 124. На ней изысканный костюм. На ней представлен костюм. Одна сторона у нас удлиненная и вот с вот такими вот полосатыми интересными брючками. Также есть расцветки. И наша Саша. Рост 1,74 м, объем груди 96, талия 70, бедра 104. Наша Русандра. Рост 1,75 м, объем груди 90, талия 73, бедра 120. У модели у нас накладной карман впереди. С одной стороны, как видите, удлиненные брючки у нас идут. Трапеции. И наша Даша. Рост 1,75 м, объем груди 90, талия 63 и бедра 98. На ней представлен еще один цвет. Это у нас фисташковый цвет. Качество изделия здесь штапель вискоза. Тоненькая, легкая, приятная. Наша. И следующая модель наша Зейна. Рост 1,85 м, объем груди 123, талия 120 и бедра 133. На модели один второй размер. Это из изысканного костюма. Костюм трикотажный, прогулочный, брюки идут ровненькие, боковые карманы на резинке, верхушка с капюшоном, супер батал, рукав спущенный и, конечно же, очень много расцветок. Если вы обратили внимание, у модели цельнокройный рукав, поэтому это супер батальные изделия. Очень красивая утяжка под цвет брюк. У брюк высокая посадка, круговая резинка. У кого очень высокий рост, то брюки будут евро длины. При обычном росте обычная длина. Также представлена еще одна расцветка с сочетанием с красным и черным. Модель дополнена бейджиками с одной стороны. Спинка комбинезона красно-черная. Качество изделия идет вискоза, хлопок, эластан. Брючки, круговая резинка, боковые карманы, высокая посадка, что надо, у брюк все есть. И изделия у нас 2 штучки в серии, единичка и двойка. Также представлена у нас модель костюма в черно-белом сочетании. Спортивный костюм другого стиля. Смотрите, здесь у нас идет реклама.
руках. Крашитесь мой. Смотрите на яркую розовую и черную. Другая посадка — это лосины. Лосин луговая резинка, поэтому очень хорошо фиксируется на кишуле. Также еще одна расцветочка есть, сочетание такого зеленого яблочного цвета. Очень интересно сделан переплетенный лампас на рукавах. Воротничок такая, стоечка неженькая, кнопочки, боковые карманы, утяжечка, что надо, костюмов все есть. Изделие у нас идет вискоза, хлопок, эластан. Две штучки в серии, единичка, двойка. И представляю вам еще один комплектик. Это у нас джинсовый комплект. Рубашечка с брючками. Здесь у нас идет джинса Tencel. Также можно носить вещь как верхнюю одежду, можно одеть комплекты под верхнюю одежду. Брючки очень интересно сделаны, боковые карманы, резиночка круговая, высокая посадка. На штанинах есть шовчик очень интересный. И спинка дополнена вот такой вставочкой. Яркий белый цвет. Многие люди любят цвет. Классические. Вот этот костюм в белом цвете идеально подходит под такой образ. А также есть сочная красивая расцветочка, оранжевый цвет. Смотрите на рукавах лампас, как сочетается красиво с расцветкой. В серии две штучки, единичка, двойка. Костюм спортшик, трикотаж, брючки идут ровненькие, сбоку затягивается, боковые карманы, с капюшоном верхушка, смотрите, лампасики идут как белый, как спорт, супер баталы, здесь тоже затягивается. На спинке добавлю вот такую вставочку из картончика, изделие у нас вискоза, хлопок, эластан, две штучки сели, единичка, двойка. И представляю вот такой яркий, тоже оранжевый цвет, тоже у нас костюм, вот такой необычный жакет, удлиненный, бедра, длина. Смотрите, как интересно сделаны карманчики. Сверху и снизу накладные карманчики, полный рабочий замок. Здесь у нас есть шнурок, который можно затянуть, подчеркнуть свою талию. Капюшон сделан из сетки. На капюшончике есть лампасик. Также модель у нас представлена черно с белым сочетанием. Если у вас интересные есть, смотрите, накаты стразиков дополняют. На брючках у нас круговая резинка, боковые карманы. Один еще, тоже из красивых цветов. Это у нас идет электрик. Рукавчики можно удлинить, укоротить. Капюшон, сеточка такая крупненькая, интересная, которая сочетается с карманами. Для тех, кто к нам только присоединился, напоминаю параметры наших моделей. Рук Сандра, рост 1,75 м, объем груди 90, талия 73, бедра 102. На наших моделях один самый маленький размер. Эти шнурочек затянул, подчеркнул талию, также на брючках тоже резиночка и шнурок. Как заметили, в этой модели очень много расцветок и очень красивые сочные расцветки. Наша ZNAP, рост 1,85 м, объем груди 123, талия 120, бедра 132. Наша Марина, рост 1,60 м, объем груди 104, талия 88, бедра 117. Костюм шикарный, европейский, пиджак, идет стиль милитари, смотрите, здесь такие штучки. Юбка идет из тюли, двоечка, снизу штапельная подкладочка. Этот пиджак можно и под лосины, и под джинсы. Юбку тоже можно по отдельности, но вообще это как одно целое общее. Наша Елена, рост 1,76 м, объем груди 95, талия 72,
тебя два бедра, 104. На ней представлена, это у нас двойка, рубашечка, платье. Снизу у нас вот велосипедки трикотажные. Большой размер у этой модели. Есть она у нас в расцветках. И наша Зарина. Рост 1,70 м. Объем груди 113, талия 93, бедра 124. Со спинки идет. Она удлиненная, полукругом. Очень интересная, красивая сжаточка, рисунок на этой модели. На спинке у нас есть защипник. Моделька единичка, двойка, две штучки в серии. Это был комплект с лосинами, с велосипедками. Наша Даша. Рост 1,75 м. Объем груди 90, талия 63, бедра 98. На ней представлен, это у нас тройка, костюм, пиджак. Снизу у нас футболочка с сочетанием на рукавчике. Также вот такие вот классические брюки. Круговая резинка со шнурком. Модель представлена в расцветочках. Наша Саша. 1,74 м. Объем груди 96, талия 70 и бедра 104. На ней представлена еще одна расцветка. К модели еще дополнена аксессуарчик. Вот такая интересная сумка. Это у нас сочетание черного с белым. Качество пиджачка и брючка у нас идет катон. Снизу у нас футболочка штапельная. И, конечно, дополнена вот такой вот интересной, красивой сумочкой. Также у модели есть еще расцветки. Мадам, мадам, костюм. Смотрите, классический костюм, тройка. Брючки идут, такой штапель, верхушка тоже штапельная, снизу маечка, плюс сумочка в подарок. Такой стильный, модный, и брючки прямые, шикарные. Хочу сказать, уважаемые клиенты, кто постоянно следит за нашими прямыми эфирами, замечайте, что у нас в течение дня есть поступление новинок, повторах. Как сейчас мы тоже представляем в прямых эфирах новиночки. И удобная серия у этой тройки костюма, плюс еще четверка у нас сумочка. Подарок, две штучки в серии, единичка, двойка. Этот костюм у нас сделан из льна, на ней вот такой вот крупными цветами бюпер, интересная вышивка, прямые брючки у нас. Утяжечки, смотрите, на рукавчике. Внизу у нас бомбер, а здесь у нас бомбер на пуговичках идет. Также на подоле, на штанине тоже есть утяжечка у нас. Высокая посадка, круговая резинка, боковые карманы, что надо. Комплект, все в комплекте есть. И вот такой вот идеальный, красивый костюм. Просто прелесть. Сочетание морской тематики. Черно-белые расцветки. Стоечка, нежная стоечка, воротничок, полный рабочий замок. У нас здесь идет шнурок, который затягивается, подчеркивает талию. И очень интересно, красиво сделаны брючки. На всех наших моделях, кроме Зенепа, идет первый размер. Качество изделия у нас здесь штапель вискоза. Модель у нас две штучки серии, единичка, двойка. Смотрите, какие у вас изысканные костюмы. Настоящий стильбок, очень приятная ткань. Круговая резинка широкая, крупные боковые карманы, строй ткани прямой, рукав спущенный. Жакет удлиненный, серия всего лишь две штучки. Что-то правда не передавая. Шикарная. Есть даже моделечка у нас в расцветках, вот такой нежный хаки цвет. Смотрите, она на одной пуговичке. Интересно, такой воротничок сделан. На рукавчике добавлены аксессуарчики, пистончики. Качество изделия здесь у нас идет каток, хлопок, эластан. Я скажу, это у нас двойка. Снизу базовые майки отдельно.
как элегантно, красиво сидит на девочках. Вставляем еще одну сочную расцветку. Это у нас лайм. Конечно, как без красного цвета. Костюм делового стиля. Не скажем, что он классический. Он такой и шкодный, и классика. Структура ткани из катона. Брючки тоже идут на резинке, ровненькие. Смотрите, как стильно смотрится. Здесь эти штучки, как аксессуары, конечно. Карманчики боковые. Еще раз уточняю, там у нас есть вопросик. Да, здесь идет катон, хлопок, эластан. Лайкра есть в этих костюмчиках. Мы представляем в черном цвете. Вставочка беленькая вот такая украшает низ костюмчика. И мы вот подобрали под нее отдельно у нас базовые майки, бордовый цвет. И очень красиво сочетается. Находимся мы в чудесном городе Стамбуле. Наша фирма называется Darkman, выпускает свою продукцию под торговой маркой Darkwing. Мы одни из первых придумали очень удобные маленькие серии. Единичка, двойка размера, серии две штуки. Вставляем еще один интересный костюм. Здесь у нас такая стоечка идет, боковой замок на спинке, вставочка вот такая интересная, котика. Качество изделия здесь идет вискоза, штапель, но на этой модели очень нежное напыление серебряного цвета, которое переливается в виде хамелеона и придает очень красивое сочетание этой модели. Изделие у нас единичка-двойка, батальный размер. Изысканный летний костюм, приспущенный рукавчик, на тоненькой такой лямочке, можно одно плечо оголить. Интересно, я выбрала рукав три четверти, еще такая наклёстка. Лямочки очень интересно сделаны. Лосиные брюки. Верх изделия у нас вискоза. Не сеточка, сеточка на резинке. Спортивный костюм, сочетание черно-белого цвета, газетки. Вставочка капюшона-белая, сочетается и рукавчик белый, и на подоле штаны красивое тройное сочетание. Также утяжечки есть по бокам у бомбера у нас и на капюшоне. Ну, на брючках круговая резинка, боковые карманы, шнурок, что надо, стандарт. Высокая посадка, удобный, классный костюмчик. Та же моделька представлена еще в ярких цветах. Информационный центр у нас это в Инстаграм, поэтому свои вопросы задавайте в Инстаграм, ответим на все ваши вопросы. На WhatsApp у нас рабочие телефоны для заказов. Также представляем яркий сочный оранжевый цвет. У нас прямые трубы, брючки идут. Качество изделия идет вискоза, хлопок, эластан, лайкра, уточняю. Также моделька представлена, еще один цвет у нас фуксия. Очень нежный, красивый цвет. Для того, чтобы сделать заказ, нужно написать: здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, я из города такого-то, делаю свой заказ. И заказ. Если вы просто хотите узнать стоимость, пишите: хочу узнать стоимость, просмотрели стоимость и пишите: это мой заказ. Отправляйте заново модели, которые вас устраивают, и по внешнему виду, по стоимости. После того, как это написали, отправляйте: это мое карго. Костюм, трикотаж, прогулочный. Сочетание трикотажа с джинсой, супер баталы. Есть такие брюки: на одной стороне надпись «газетка», на одной стороне однотонка. Карман рабочий, с капюшоном. Видите, как воротник и капюшон получается. Также моделечка есть у нас в расцветках. Здесь у нас идет сочетание двух тканей. Смотрите, здесь у нас идет вискоза, хлопок, эластан. И джинсовые вставочки. На спинке, на рукаве, карманчик вставочки такой накладной. Идет джинса тенсел. Это все тоненькое качество. Но заметьте, как красиво сделана у нас спинка. Она идет полукругом. И на ней есть резиночка. Ее можно очень красиво сделать форму. Для тех, кто отправляет видео или фотографии с эфиров за декабрь месяц, это все модели. Нет наличия, это зимний сезон. Актуальны только те модели, которые вы просматриваете сейчас, либо вчера, либо позавчера. Также скажу, модельки есть очень красивые, сочные цвета. Перехожу к брючкам. Брючки сделаны в виде бананчиков.
тоже трикотаж вискоза, хлопок эластан, на него такой накатик газетки, добавлено на двух брючинок. Капюшончик тоже непростой, на нем тоже нанесен накатик, который тоже интересно смотрится. Много сочетания красивых ярких цветов. Весна, лето, освежающие расцветки. На зельях у нас одет второй размер. Еще раз уточняю, качество вискоза, хлопок, эластан, лайкра. И удобная серия. Единичка, двойка. На нашей ZNM одет второй размер. Всегда второй. Крайне редко первый. Если первый, я говорю. Ей же должно быть свободно, чтобы понимали, как на фигуристой даме, правильно подбираю слова, вот эти две вещи наши. Вы же не забывайте, что если у человека большой размер, он тоже хочет, чтобы у него был стиль бока, тоже что-то свободное. Костюм трикотажный, прогулочный, средние размеры M XL. На мне единичка, ручки ровные. Как говорится, скоро потеплеет, весна, лето. Как не одеть такие красивые, изящные спортивные костюмы на прогулку в парк или на дачу, на пикники. Красивое сочетание расцветок. Здесь у нас костюмчик, сочетание тоже двух тканей. Здесь у нас идет вставочки, лампасики, карманчики вот такие вот сделаны. Это у нас идет джинса Tencel, тоненькая. Качество изделия у нас здесь спортивных костюмов.